На Петра Первого в Махачкале благоустраивают целый квартал. В микрорайоне редукторной запланирован ремонт 3 дворовых территорий и 1 сквера. Согласно проекту, планируется установить безопасное резиновое покрытие, детскую площадку, футбольное поле, скамейки, уличное освещение, а также озеленить зону отдыха. Мне надо вот такую делать, плюс переделывать. А, тогда получается, он смотрит. На каждой из локаций мэр города побеседовал с жильцами, представителями подрядных организаций, отметил важность комплексного подхода к благоустройству городских территорий. Также он подчеркнул необходимость контроля качества проводимой работы. Мы сделаем с обоих сторон машины парковаться. Это никто когда не проедет. Это чем шире дорогу делаешь, тем хуже бывает. Это тогда точно. Напомним, работы проводятся в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проект также позволяет жителям столицы лично выбирать объекты для благоустройства, просто проголосовав на сайте 05 Горсреда. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала.